Зимним пятничным вечером в районном центре культуры и досуга города Видное было многолюдно. И это неудивительно. Конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово-2020» собрал участников из 61 учреждения школьного и дошкольного образования. Максим Чернуха – ученик воскресной школы «Светоч» при храме Александра Невского, стал обладателем диплома первой степени в номинации «Евангельские притчи». Я нарисовал картину из притчи «Заблудшая овечка». Пастух всех людей любит так же, как пастух своих овец. И любит каждого человека. Мы вдохновились историей о заблудшей овце, потому что она касается всех нас, каждого в отдельности. Поэтому решили именно на эту тему. Екатерина – воспитатель детского сада «Золотой ключик», пишет стихи с 10 лет, лауреат многих литературных конкурсов. Тематика ее произведений разнообразна. В этот раз победу ей принесло стихотворение «Письмо к Богу». Боже, как часто в суете мирской мы зло творим неосторожно. Прости, прости же, Боже мой, нам все плохое, если можно. Конкурс «Рождество Христово» вот уже 19 лет проводится по инициативе администрации Ленинского городского округа и Видновского благочиния. В этом году самому младшему участнику всего 3 года, а самому старшему более 60 лет. Всего в творческом соревновании приняли участие 594 работы, 250 из которых получили награды. Чупахин Денис с мамой Светланой Валерьевной. Восхищаюсь тем, что с каждым годом я вижу, как совершенствуются какие-то и навыки, и мастерство участников. Сегодня я уже увидел тарелки такие красивые, там часы. Это уже под силу только взрослому сделать. Дары, которые принесли Богомладенцу Христу волхвы. Такое сравнение дал творческим работам ребят заместитель благочинного церкви Видновского округа священник Николай Шапарев. Праздник Рождества открывает нам великую тайну, что Господь воплотился, чтобы быть рядом с нами, чтобы быть близко от каждого из нас. Праздник продолжился спектаклем «Тайна рождественской звезды», в котором приняли участие артисты из 4 коллективов творческого центра «Импульс». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.